Городской ручей Хаджимуски – один из самых протяженных. Он протекает через всю территорию Селагиска. Микрорайон Шелковый и впадает в Днестр. В прошлые годы за счет средств экофонда, используя тяжелую технику, удалось очистить 2 километра верхнего русла ручья. В этом работы планируют продолжить. К экологам присоединились и студенты. В рамках акции «Чистый берег» они собирали многочисленный бытовой мусор в нижнем русле ручья. Мы принимаем активную позицию в наведении чистоты на берегу реки Днестр и рек, прилегающих к нему. Природа ведь это наш дом. Наш техникум уже не первый раз принимает участие в акции «Чистый берег». В прошлом году и в позапрошлом году мы тоже очищали природу, потому что следить за экологией – это один из важных факторов, которым мы стараемся научить своих студентов. И хотим им привить, ну, как минимум, любовь к чистоте, любовь к природе и желание научить этому других. В Бендерах в этом году были очищены от бытового мусора все городские ручьи, озеро в парке Дружбы народов, а также береговая зона реки Днестр. В экологическом марафоне принимали участие ученики городских школ, студенты и общественники. Как говорят экологи, работы по очистке русла рек и ручьев от мусора продолжатся вплоть до осени, пока не завершится пляжный сезон. Акция не подразумевает только этот ручей. У нас на территории города 3 ручья. Кроме того, есть озеро в парке Дружбы народов. Наш город расположен на берегу реки Днестр. Береговую часть со стороны города тоже проводится акция, тоже убираем. В преддверии Всемирного дня окружающей среды в Бендерах провели еще одну акцию по реконструкции центрального парка имени Горького. Как известно, работы по обновлению дорожек и тротуаров парка были начаты год назад. Также за счет средств городского экофонда отремонтирован водопровод. Высажено около 700 деревьев и кустарников и более 2500 кустов роз. Выполнен ремонт центральной и диагональной дорожек парка. Мы бы никогда так не осилили, не смогли бы. А так, красота наших парков, конечно, зависит от внимания, которое нам уделяется. В этом году в рамках акции в Центральном парке уже обновили газоны, а осенью планируют высадить новые деревья и кустарники, а также закончить реконструкцию дорожек и тротуаров. Наталья Алексеенко, Иван Зелинский, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.